Жена на 2 недели в санаторий поехала. Печень лечить. Стерва. Свою лечить поехала, а мою подставила. Всего хотел одну рюмочку опрокинуть, чисто червячка притопить. Ну и понесло. В результате целого удава заспиртовал. День первый пил сам собой. Захотелось собутыльника. Купил надувную бабу. Страшная. Выпил, подкачал. Похорошело. Шутки стала понимать. На все анекдоты реагировала с открытым ртом. День второй решил с этой бабой наставить жене рога. Страсть прервалась взрывом. Помню, очнулся в загоне с поросятами, которые забились в угол, прячась от перегара. Надо мной стоял почтальон, в руках у него была телеграмма. Приезжаю завтра, убери в доме, приготовь обед, твоя Надя. Моментально протрезвев, я пошел в дом оценить ущерб. Когда я открыл дверь, оттуда стали выбегать тараканы и делать друг другу искусственное дыхание. От этого запаха даже дедушка жены на портрете часто моргал и плакал. В суповой тарелке я обнаружил множество мелких рыбных костей. Загадка разрешилась, когда я увидел, что в аквариум опущен половник. По телевизору показывали рядь, по радио передавали шуршание. Белье я решил постирать старым дедовским способом. Налил полбочки воды, кинул туда белье, порошок и полкана. Вы себе не представляете, как собачье желание жить отстирывает белье. Ни один Bosch и Samsung никогда не мутузили наше белье, так как его мутузил полкан в 4 лапы. Был цепной пес, стал кобель полоскун. Выезжая, жена приказала косить траву у дома. От кошения я закосил. Если на дальней станции сойдешь трава по пояс, то перед нашим домом трава щекотала кадык. Уток я не кормил почти 2 недели, поэтому, когда я их выпустил, они за 5 минут съели всю траву, лавочку и соседскую корову. Чучело во дворе было одето в тещины вещи и повернуто лицом к дороге. В руках у чучела были чемоданы. Насмотревшись всего этого кошмара, я возвратился в дом писать завещание. Родные стены меня добили. В тещином портрете торчали 3 дротика от дартса, топор, лопата и осиновый кол. Причем осиновый кол был забит с такой любовью, что его острие торчало с внешней стороны дома. На нашей свадебной фотографии, которая висела над кроватью, лицо жены было вырезано, и вместо него вставлено лицо Анджелины Джоли. Убираясь под кроватью, я обнаружил там женский лифчик огромных размеров. Целый час меня мучили только 2 мысли. Чей он и как я мог такое забыть? Оказалось, что это надвое расколовшийся глобус. В общем, я помылся, побрился, приоделся, и вот через 15 минут приезжает поезд с моей женой. Как здорово, что мой поезд на Владивосток отправляется уже через минуту. Пока.